Здравствуйте, в эфире телеканала ТВ Абаза, еженедельный выпуск новостей «Вести недели». С вами я, Олег Нефедов, и спешу сообщить вам, что наша телекомпания вновь возобновила свою работу после долгого перерыва. Уже в ближайшее время телевизионная студия представит зрительскому вниманию широкий спектр разнообразных передач, напрямую касающихся событий жизни нашего города и его горожан, затрагивая все самые важные аспекты социальной, культурной и политической жизни Абазы. Оперативно сообщаю вам только самое важное и интересное, то, что хотите знать именно вы. В эфире телекомпании зрители смогут в очередной раз посмотреть на собственный город со стороны, увидев его острые углы и изнанку. Каждую пятницу корреспонденция «Вести недели» будет освещать все самые последние события, актуальные новости из первых уст о том, что нужно знать, но негде спросить, не сторонясь затрагивать самые злободневные темы, близкие каждому. Никто ничего, вот никому ничего не ничего надо. Никому не надо. Летом сухая погода, задыхаемся пылью, дождь, задыхаемся грязью. Все. И вот кто избирается, хотит, да, ходит подписи, делает все за асфальтируем. И столько лет нас асфальтировали. Да. Вон они кучи лежат, что их вывезли. Как бараки снесли, так они вон кучи лежат. У нас воды теперь не будет. Уже и воды не будет. Все, вот отключили у нас. Вообще никакой нету воды. Колонки у нас и то вот одна, и вон там вторая. Все, люди без воды остались. Такие бешеные цены. А раньше, я говорю, была учеба бесплатная. Человек закончил, если ему же направление дадут, подъемные дадут студенты. Ну ведь так было. И что это плохо было? Каждую пятницу в новостях вы узнаете о том, что происходит здесь и сейчас, в вашем городе, отображая всю многосторонность общественной жизни Абазы, комментарии авторитетных лиц и специалистов, интервью с интересными людьми, факты, о которых мы не всегда догадываемся. Сельское хозяйство, не только коровы и молоко. Также вашему вниманию предстанут и программы, созданные молодежью нашего города. Новости образования, спортивные достижения, культурная и повседневная жизнь. Сюжеты, которые будут интересны не только младшему поколению, но всем тем, кто хочет знать, чем сейчас живет будущее нашего города. Еще ТВ Абаза предоставляет каждому инициативному жителю нашего города, которому есть что сказать, напрямую обратиться к жителям Абазы в эфире нашей телекомпании в передаче «Час гражданина», открывающую возможность контакта со зрителем и дающую шанс донести свои мысли всем неравнодушным к проблемам и ситуациям, происходящим именно здесь. Шанс порассуждать и наладить диалог общественности с общественностью, поделиться своим мнением и попытаться вместе найти пути решения и компромисс. Каждый из вас уже сейчас может связаться с нашей редакцией, и корреспонденты АТВ не останутся безучастными к вашему обращению. Позвонив нам по номерам, указанным на экране, мы обязательно отреагируем на ваш призыв и дадим вам высказаться, поделиться, сообщить. Телекомпания ТВ Абаза искренне надеется на ваше посильное участие в судьбе нашего телеканала и самого города, ведь это ваш город, ваше ТВ. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Олег Нефедов. Ждите все самое важное и интересное только в эфире вашего ТВ.